Нет, девчонки, мальчишки. Может быть, ты нам Нет. хотя бы вопрос слышишь, да? Вообще, как концерты сегодня? Знаете, как удался, как ты думаешь? Нет, концерт на самом деле неплохой. Нет, я сегодня пришел, когда вот как бы на работу. И мне сказали, что вот ребята привезли даже свои барабаны. Барабаны. Да, 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 да. Они как бы сказали, что они будут крутые, они привезут с собой барабаны. И просто, что они даже настраивались полтора часа. Это серьезно вообще. Я пришел, посмотрел, правда, да. Это, ну, и музычка, да, такая веселая. Они оправдали твои ожидания? Да, я думал, будет хуже. Нет, честно. А, то есть потому что Череповец, провинция, да? Нет, секунду, нет. Просто как бы вот название было такое. Название, как бы, я думаю, это крутые эти... Вопрос. Вопрос решен. Не-не-не. Я не ждал такой вот, такого напора. Такого, да. Они правильно сказали, что мы не в бары работаем. Мы работаем, ну, не для бара. Да, для дискотека кайфовая будет. 100%. Музыка заводная, хорошая, веселая, и поэтому... То есть у вас она вызвала улыбку просто-напросто такую? Не-не, ну, я... Хоть я здесь и провожу много времени, но я не... Ну, вечером не каждый раз бываю, не получается такого, потому что работа есть работа. Ну, вот сегодня, как бы, ну, за то время, которое я здесь работаю, я, как бы, ситуация такая, что групп много всяких разных. Ну, такая веселая, да, есть веселая группа, есть душные. Ну, это да, это веселая группа, так что вот теперь для камеры. Вот, а вот, пожалуйста, ребята. Вы. Нет, на самом деле мы здесь бываем очень редко, я и мой муж. Вот, ну, сюда мы попали первый раз только потому, что друзья мужа нас сюда пригласили, они являются учредителями, открывшими этот клуб. Но с каждым разом все больше удовольствия получаешь, поскольку группы, которые поначалу принимали участие, или с группами, которые действительно принимают участие практически во всех ленинградских клубах, то есть уже имеют какой-то статус популярности. Сейчас, чем дальше, тем интереснее. Во-первых, мы начинаем входить во вкус люди, которые никогда никуда не ходили, я вам даю честно благородное слово. А потом действительно приезжают интересные команды, и их вот этот статус периферии, не периферии, это совершенно не имеет значения. Совершенно хорошая музыка, она не имеет границ на самом деле. Вот, собственно, и все. Ну, а то, что сегодня играет, это хорошая музыка? Ну, на мой вкус, да. И вы могли бы себе здесь... записать бы себе такой дом, да, дом, да, хранить? Да, 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 да. Потому что я уже здесь раз пятый или шестой. Вот, на фоне того, что я здесь слышала, это не самая плохая музыка. То есть даже одна из самых лучших, наверное. Вот, собственно, и все. Если вдруг появится компакт-кассета, там, ну, кассета какая-то, там, компакт-диск, что-то такое, вы себе купите. Я это запишу уже потому, что я это слышала живьем. Я это видела живьем, я это слышала. И поэтому я захочу иметь это дома. Вообще, вот так-то часто ходите в клубы? Ну, вот теперь да. Конкретно в этот? В этот. И есть еще один клуб, в который я стала ходить благодаря людям, которые вот меня туда вытаскивают. Это клуб художников. Там играют люди, которых я хорошо знаю, в частности, группа «Облака». Я не знаю, имею ли я право такие вещи говорить, это, наверное, является рекламой. Но это люди, с которыми я в свое время училась в медицинском училище, сейчас это являются профессиональными музыкантами. Вот, они играли здесь и играют там, в частности, играют профессиональную музыку, поэтому я с большим удовольствием все это слушаю. Вообще, вот, что, по вашему мнению, такая клубная жизнь? Трудная жизнь? Клубная. А, клубная жизнь. Да. Ну, знаете, клубная жизнь – это жизнь человека, который решает в один прекрасный момент провести вечер не дома, как он привык это делать, а взять и пойти в клуб. Но, с другой стороны, просто так в клуб он не пойдет. Он пойдет в клуб, в который хоть одного человека, но он знает, чтобы прийти и поздороваться. Это начало. А потом он будет туда ходить постоянно, потому что он знает музыку, которая там будет играть. Вот. И он с большим удовольствием туда пойдет, потому что он уже знает обстановку, которая его там ожидает. Никаких неожиданностей. И хорошая музыка плюс. А есть такая вещь, как вот конкретная стилистика клубов, жаргон клубов, поведение клубов? Вот есть такое что-то? Я не уверена. Мне 28 лет. Вот. Я имею детей, я имею, ну, наверное, полный джентльменский набор, но до сих пор у меня нет неопределенного стиля, неопределенного сленга, неопределенного манеры выражаться в этой или в иной ситуации.
сейчас, видите, такую, как есть, на самом деле, действительно. И ничего иного не бывает в другом образе жизни. Ни в клубе, ни без клуба. То есть совершенно нормальная ситуация. А вот и все. Ладно, спасибо большое вам. Подожди. У меня есть среднее медицинское образование. Вот, собственно, и все. А работаете? Я сейчас не работаю. И как давно? Год. Спасибо. То есть там, где я работала, такие вещи, понимаешь, просто что в камеру не говорю. Что ты оправдываешься? Я работаю, не вижу, все перипетии этой ситуации. Но в данном случае мне предъявили, ну как то, что молодец такой.